Траур в Ингушетии. 22 августа глава республики объявил траур по погибшим в Малгобекском районе. Юнусбек Евкуров отменил развлекательное мероприятие и распорядился усилить меры безопасности по всему региону. Он провел в Малгобеке экстренное заседание антитеррористической комиссии. А полиция назвала имя смертника, который взорвал сотрудников МВД в селе Сагопши. Это 34-летний Хамзат Альдиев, житель Сунжинского района, ранее находился в розыске как член вооруженного подполья. Предполагается, что атаку смертника организовала группа полевого командира Артура Гетагажева. Напомню, взрыв в селе Сагопши произошел утром 19 августа на похоронах убитого днем раньше участкового Илеза Каригова. Бомба сработала, когда приехали его сослуживцы. От взрыва погибли 8 человек, 15 пострадали. Раненые направлены на лечение в Москву.